А я, ребята, говорил, что спутники это интересно. Вот я сделал запись системы Inmarsat. Буквально 5 минут. Ну, я не говорю, что вот это вот два аудиоканала звонков, которые можно послушать, разговоры. А вот здесь канал, который передает ACARS. Сообщение в системе ACARS. И смотрите. Ну, так. Я не разбираюсь в самолетных этих. Ну, нагрузка 21.5.5.5. Так. Изменение последней минуты. Чё? Сервис Wait Unledged. Так. Капитан. Архан Шериф Кандемир. Это, то есть, капитан самолета. Б. Хасан Тур. Я так понимаю, второй пилот. Координатор Мусафа Демирослан. Пентри код F. Я не знаю, что это. Зарегистрированные веса, используемые для багажа. То есть, вес, который занимает в самолете пассажиры, команда и багаж. Так. Я так понимаю, вот это пассажиры, массы. А, нет. Вот пассажиры, вот багаж, я думаю. Как говорю, я не особо разбираюсь в авиации, но, блин, мы читаем сообщение о ACARS со спутника. Operational flight. Так. План части полетного разрешения. Командир, диспетчер, Кандемир ВС. Нет, второй части. Полетный лист. Там. Ну, у меня запись идет по кругу, так что сообщение повторяется. Но, блин, мы слушаем ACARS, самолетную систему связи через спутник с помощью РТЛ-ки и китайской патч-антенны. О, кстати, вот вам. Вот вам шпаргалочка по частотам. Короче, спутники, это интересно.